В этом году зима немного задержалась на Тамбовской земле, поэтому жители Рылеевской префектуры решили устроить ей достойные проводы. Хоровод, танцы под народную музыку – все это только начало гуляний. Дальше организаторы обещают еще больше размах и отличное настроение для каждого гостя. Сегодня ребят ждет программа, и будут и вокальные, и танцевальные номера, будут соревнования такие импровизированные. Ну и, конечно, для того, чтобы достойно проводить зиму, будет сожжено чучело. Все развлечения для детей были в духе старинных русских забав. Перетягивание каната, конкурсы с обручем, перекидывание блинов и еще множество разных игр. Скучать было некогда. Праздник стал возможен при совместной работе 31-й школы и поддержке социальных партнеров Рылеевской префектуры, техникума отраслевых технологий и управляющей компании «Жилищный стандарт». Для последних гуляния стали также и отличной возможностью напрямую пообщаться с жителями района. Успех любой управляющей организации зависит от того, насколько плотно управляющая организация может общаться со своими собственниками. Поэтому создание префектур – это еще одна площадка, на которой управляющие организации могут напрямую, без каких-то формальных отношений, общаться со своими собственниками. Это очень большой плюс для работы, для вообще процветания управляющей организации и для собственников, потому что многие вопросы решаются очень просто, просто на встречах. Ну и какая же масленица обходится без традиционного угощения? Сразу по окончанию конкурсной программы все гости могли восстановить силы и попробовать на вкус настоящие масленичные блины. А завершила гуляние давняя русская традиция – сожжение чучела зимы. Павел Филатов, Евгений Михеев, Анна Мусатова. Область новостей.